Приднестровье все чаще виновные водители сбегают с места ДТП. По данным ГАИ, в прошлом году таких было 15 человек, в этом уже 22. Почему сбегают с места аварии, что предлагают в ГАИ, рассказывает Катерина Воронченко. На прошлой неделе побег с места аварии совершали трезвые и пьяные. Один из случаев произошел в Каменке. На своих «Жигулях» мужчина въехал в «Фольксваген». Инспекторы направили виновника ДТП на медосмотр, но по дороге он пустился в бега. Еще один случай уже в Тирасполе. Водитель врезался в дерево и бросил свой автомобиль прямо на дороге. Его все равно нашли. Как оказалось, мужчина был трезв. Свое поведение объяснил тем, что был в расстроенных чувствах и поэтому ушел домой. В ГАИ любой уход с места ДТП коротко называют побег с места аварии. За это полагается наказание. Даже если вы не виноваты в ДТП, все равно это побег. Такая ситуация произошла с водителем, который стал пострадавшим и свидетелем аварии. Мужчина увидел, как неизвестный москвич протаранил его авто и уехал. Набрал номер дежурной части и бросился в погоню. По букве закона ему тоже выписали штраф. Он покинул место происшествия. Данный гражданин должен был сделать следующее. Он должен был остаться на месте ДТП, записать госномер и марку автомобиля и незамедлительно сообщить дежурную часть. Он также будет привлечен к административной ответственности. За этот год уже зафиксировано 22 побега. Треть из них за прошлую неделю. В ГАИ говорят, особенно часто побеги совершают выпившие водители. Они надеются проспаться и отрезветь, пока их будут искать. В ГАИ говорят, такой номер ни у кого ни разу не прошел. Лицо, которое имеет прямые признаки, то, что оно совершило дорожно-транспортное происшествие, и оставило место ДТП, и начало употреблять, якобы употребило алкоголь, в соответствии со статьей 12.28, пункт 3, наступает в отношении данных лиц следующая административная ответственность, а именно административный штраф в размере 100 РУМЗП с лишением права управления от года до 2 лет. Сейчас тем, кто покинул место ДТП, назначают штраф 920 рублей. А еще могут лишить прав до 1,5 лет или арестовать на 15 суток. Дальше будет строже, говорят в ГАИ. Есть предложение ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП. Катерина Воронченко и Дмитрий Лицкович, ТСВ.